Всем привет! Вы на канале Черничный хутор. Мы уже хотели сегодня видео не снимать, но сегодня утром поехали, сдали тесты на коронавирус и были в городе и на почте забрали еще две посылочки. Нам сегодня на самолет, поэтому видео не будет. Давайте просто распаковку посылок сделаем, потому что люди ж не будут целый месяц ждать, пока мы их подарки распакуем. Кому интересно? Не, ну человек 10 точно сказали, мне интересно. Ну скажите, вам интересно же? Белка, тебе интересно подарочки? Конечно, хорошие, наверное, подарочки. Вот что-то ее этот поманил. Видно, там что-то вкусное лежит. Здесь тоже хорошая вещь. Нет, этот лучше. Там конфетки. Неужели здесь конфеты? Вот посмотрите, коза вот этот выбирает. Здесь, наверное, сладкий подарок, а этот нет. Видите? Вот представьте, до какой степени у них обоняние. И что? Булькает. Да. Посмотрите, что солидол делает. Тихо гоняет. Слиток. Ох, он любит с собаками побегать. Что, Дик, пьет тебя, да? Дик. Так, ну что, начнем сначала с посылки, которую Белка заценила. Она вот ей нюхала вот это, хотя мы знаем, что здесь. Так, буяк из Ирина прямо из Бреста нам отправила, а в Брест ей отправили с Украины. Здесь, помните, когда уши у нашей собаки дико кусали мухи, нам все зрители советовали, намажьте БФ-6. Мы оббегали все аптеки и сказали, что этот БФ-6 только в Украине и в Беларуси. У нас нет в аптеках. Да, его, да, короче, нигде. В Беларуси не нашли, вот нам его выслали. Так что уже на следующем году, в августе, когда мухи опять будут приставать к нашей собаке, будет все в порядке, в общем. Ага. А где БФ-6? Это что, она запечатлена? Так, это Варя, диетические печенюшки. Угу. Так, где БФ-6? Так, это что у нас? Конфеты. На шпроты похоже. Это шоколадки. Конфеты такие, написано, да? Написано «закуска олигарха» и шпроты шоколадные. Прикол. Мы даже не знаем, как выглядят тебе БФ-6. Где БФ-6? Ну да, 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 да. Угу. Это у нас коммунарка шоколад горький с начинкой. Угу. Это опять закуска олигарха. А, вот суп этого БФ-6. Ой, нам уже его надолго хватит, дико уши мазать. Да, это 100-долларовая шоколадка такая. Ой, на самое главное, ради чего собирали нам эту посылку. Клей БФ-6. Честно, даже никогда такого с таким не сталкивался. Ну, видимо, хорошо заживляет. Оно для всего, даже не только для собаки, для человека. Слышь, а точно, Валя, это из Украины высылали? Да. Написано «Россия». О, Тульская фармацевтическая фабрика «Россия». Ладно, блогеры не такие, они могут что-нибудь напутать, перепутать. Да, мы могли, может, напутать. Откуда вы это прислали, мы не знаем. Ну, в общем, в Беларуси точно у нас такой клей не продается. Так, спасибо огромное. Переходим ко второй посылке, да? Ирина, вроде бы она просила, чтобы мы на Новый год приехали, поздравили ее внука. Так, наверное, и будет, да? Да. Мы еще спишемся, созвонимся и приедем, поздравим и вручим лично внуку. Кружку. Спасибо большое, да. Так. А это вообще по приколу, да? Карелия. Вот почему сюда лезла Белка, потому что здесь были печенюшки.
Да, даже они не больше пахли. Конфеты, а печенюшки. Да, да. А и... это, Валентина, Карелия, город Петрозаводск. И смотрите, куда, кому отправляли. Посмотрите. Дима, Валя на черничный хутор. Диме и Вале. Это почти как это. Пишу письмо дедушку Я Морозу. Друзья, не отправляйте так посылки. Она реально, она шла очень долго и еле дошла. Я не знаю, как вообще эти почтальоны поняли, куда она шла. Ну, с Карелии пришла Диме и Вале на черничный хутор. Так, как ее открыть? Тут, кстати, написано, что чай, полотенце, прихватки, маятник какой-то, картинка. Давай доставай, не читай. Пирамидка. Уже. Давай. Надо будет этот адрес переписать. Такая маленькая, наложили всего-всего-всего. Плотненькая, тяжеленькая. Что здесь? Скотч. Да. Так, прихватки. О. Ух ты. Льняные, да? Вы знаете прикол? Написано «Карельские ягоды» и «Три чернички». Прикольно. Карелия. Вот такие прихватки красивые. О, специи. Карельская приправа. О, прикольно, все карельское. Соль Белого моря. Ага. Карельская с брусникой. Вот интересные вещи. Классная посылка, интересная, вот такая вот северная-северная. Приправа карельская, перец с можжевельником. Ну, молодцы, а. Ух, молодцы. Полотенечко. У нас такое полотенце. Угу. Полотенце обрядовое с кружевом. Макаш, ну. Полотенце у нас такое. Так. Это от Емельяновой Ольги. Емельяновой. Даже фамилия такая русская. Старинная Емельяновой. Иван-чай. Иван-чай карельский, прессованный, крупнолистовой. Мама Карелия. Ой, как приятно. Все такие подарки, это именные с Карелии. Угу. Так, это... Не понимаю, что написано. Ладно. Долго будет Карелия сниться. Ну да, после таких подарков только Карелия будет сниться. Так, вот магнит карельский. Сувениры Карелии деревянные. Вот. Дальше, что у нас тут? Угу. Пирамида. Шунгит Карелия. Это что такое? Шунгит – лечебный камень. Даже небольшой кусочек обработанного шунгита помогает саморегуляции вашего организма. Защита от гепатогенных явлений, защита от электромагнитных излучений, активизация и минерализация воды. Ну, если такой камень, я вам скажу, интересный. Он даже больше похож на металл, чем на камень. Такой холодный-холодный. Да? Так а что с ним делать? Ну, вот держишь и кайфуешь. Ну, просто ну напишут, я думаю, нам напишут. Ну, нет, так тут же написано, что делать. Вот, защита, даже небольшой кусочек, потому что нет, помогает саморегуляции. Вот. Голова заболела, такой, а, все, и отошла. Да? Да, пускай лежит. Дальше. Мама Карелия с черникой, Иван-чай. Угу. Семенной. Это что у нас? Восточные сладости. Восточные сладости лукум. Вот, натуральные сладости. Какие. Видишь, нашей белке даже вот, я чувствовал, что это булькает. Я тоже. А ты как мог чувствовать? Нашей белке печенье было интересно. Ну, если бы там, может быть, пиво было, то она, может быть, вынюхала бы. Карельский бальзам выпускается с 1976 года. Черный-черный, да? Вот такой вот. Вот такой вот северный подарок, да, второй, да? Ну все. Все, спасибо вам, дорогие зрители. Спасибо большое спасибо. За посылки. Спасибо за посылки. Очень приятно, очень интересно. Когда вы будете это смотреть, мы, наверное, уже будем уже, наверное, в Дубае, да? Да. Все, всем до свидания. Всем пока. Пока-пока.
А письмо мы уж не прочитали, все откинули, уже просто у нас нам через 2 часа выезжать, и у нас еще ничего собрано. Привет, Черничный хутор. Здравствуйте, Дима и Валя. Меня зовут Ольга, я ваша подписчица из Петрозаводска, Республика Карелия, Россия. Первый раз вас увидела на Яндекс.Дзене, затем нашла на Ютубе. Теперь я регулярно ваш смотрю. И тут вот это не для чтения почему-то, но тут написано, что она же, что муж из города Могилев, а сейчас они в Петрозаводске работают. Так что вот, карельский бальзам. Это больше 100 лет этому ликероводочному заводу. Потом пирамидка и шунгита. Это карельский минерал. На упаковке производителя есть сайт шунгит.ру. Там много интересной информации о свойствах шунгита и областях его применения. То есть на шунгит... Так, дальше. Картинка с милыми совятами на фоне железного дорожного вокзала. Долго будет Карелия сниться. Это слова из песни, которую включают на вокзале при отправлении фирменного поезда Карелия. Ничего себе. Ну, видите, мы далеки от этого, а так интересно, и шунгит, и Карелия, столько всего нового узнаем. Продукция компании «Мама Карелия» — это карельский иван-чай с черникой, иван-чай без добавок, приправы перец можжевельника, соль Белого моря, в действительности является заливом Северо-Ледовитого океана. Так, ничего себе. Прихватки и полотенца традиционными карельским спринтом. Лукум — производство хлебозавода «Сампа». И маленький магнитик. Я восхищаюсь вашим трудолюбием, оптимизмом. У вас замечательные родственники, друзья и соседи. Спасибо, что вы в своих роликах вы их показываете. Уважительные и любящие взаимоотношения в семье. Это пример для подражания. Пропагандируйте здоровый образ жизни. Не курите, не пьете. И пьете пиво нулевку. Демонстрируйте бережное отношение к окружающей среде. И завод, и внимание уважайте своих животных. Счастья вам и благополучия. И вам всем счастья и благополучия. Всем пока. Пока.